Замеры объемов накопления твердых коммунальных отходов проведут в Нижнем Тагиле. Установленный при проведении так называемой мусорной реформы норматив составляет 170 литров на человека в месяц для многоквартирных домов. Возник вопрос о получении новых данных. На сегодняшний день по факту мы уже понимаем, что есть замечания, потому что тот объем, который указан в нормативе, он не совсем соответствует действительности. Поэтому есть рекомендации провести повторные замеры. Именно с этой целью формируется рабочая группа. От городской думы в состав рабочей группы делегирован заместитель председателя Игорь Базилевич. Определяются точки для проведения замеров. Осуществлять их необходимо в течение 4 сезонов. Как это будет, как говорят, кто с безменом, кто с весами, кто как, значит, ну понятно, что все это слова. То есть будем перепроверять, сколько будет мусора. Будет составлен график какой-то, насколько я понимаю, будет составлена периодичность. И будем выезжать на место и перепроверять. Собранная информация может стать для региональной энергетической комиссии основанием для изменения норматива. Тогда это отразится и на платежах жителей.